Татьяна Александровна, хотел бы сказать, что вот ко мне как к советнику по защите прав граждан обращались некоторые избиратели и говорят, что они все сотрудники бюджетной сферы, там, либо это там, МЧС, сотрудники ЖКХ были несколько, и жаловались на то, что их руководство принуждает идти и принимать участие в голосовании по поправкам. В то время как у нас и председатель ЦИК Элла Памфилова, и президент Путин говорили о том, что это категорически недопустимо. Поэтому вот, как председатель ЦИК и заместитель главы, я прошу вас принять меры к тому, чтобы у нас вот таких нарушений законодательства не было. Спасибо большое за информацию, за этот сигнал. Нам это очень важно понимать, знать. С своей стороны хочу отметить о том, что у нас неоднократно, в том числе сегодня, мы проводили совещание в присутствии заместителей и руководителей подведомственных учреждений, то есть бюджетных учреждений, о недопустимости, так скажем, участия сотрудников в голосовании из-под палки, что называется. Вот, поэтому мы со своей стороны, как от администрации, постараемся контролировать всю эту историю. И в случае, если у вас будут такие факты, просим сообщать. Да, обязательно. И еще вот в продолжение выяснилось, что в некоторых комиссиях, не во многих, но в двух-трех, некоторые члены участковых комиссий, они просматривают списки избирателей, как раз, видимо, с целью контроля явки. Проверяют, кто пришел, кто не пришел. Но тоже, соответственно, совершенно недопустимо. И прошу вас, председателям участковых комиссий, тоже дать распоряжение, что если такие случаи будут, чтобы они вам сразу сообщали, и чтобы таких членов комиссии отстраняли от работы и проводили проверку и привлекали к ответственности. Мы в территориальной избирательной комиссии проверим данные факты. В случае, если будут подтверждения по участковым избирательным комиссиям, то, соответственно, мы примем меры по отстранению действительно о недопустимости действий членов избирательной комиссии вот в таком направлении. То есть будем пресекать это в жесточайших мерах. Спасибо большое.